Этот тигр прыгает в воду из лодки и начинает двигаться к мальчику, застрявшему на бревне. Увидев это, мальчик пугается и тут же пользуется случаем и забирается на лодку. Теперь тигр тоже пытается забраться на лодку, но мальчик пугает его громким криком. У мальчика в руке топор, но он не может убить тигра, увидев его испуганное и беспомощное лицо. Сейчас ночь, а тигр все еще висит в том же положении. Мальчику жаль тигра, и он бросает деревянную доску. С его помощью тигр снова забирается на лодку, а мальчик идет и снова садится на то бревно. На следующий день мальчик ловит рыбу и дает ее съесть тигру. Увидев, что тигр больше на него не нападает, он набирается храбрости и забирается на лодку. Затем он несколько дней дрессирует тигра, кормя его разными видами рыбы. И теперь тигр не причиняет ему вреда и становится его другом.